Ребята, всем привет! К нам приехал сегодня Cadillac Escalade. Это породистый американец с двигателем V8 6,2 литра. Ё-моё! Короче, здесь мы делаем выхлоп с заслонкой для того, чтобы он звучал громко, раскрывалась вся мощь двигателя. Мы в обход банки пускаем полностью прямоточную систему, также убираем катализатор. В общем, тут будет раскатистый гром. Очень крутой, очень сочный. Но с другой же стороны, если владелец хочет поехать тихо, спокойно, или он передвигается на дальнее расстояние, то он выключает кнопочку и едет в абсолютной тишине. В общем, такие вещи мы делаем, любим делать. Посмотрите, как это все происходит, и по традиции в конце звук. For this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. If I gotta act hard, then I clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue faces. I love when they gotta hate on me. I'm on my grind, no Tony. Bitches gon' hate, they phony. Money stay on my side, never lonely. Feeling real gritty, all in my city. I got these bad bitches with me. I feel like Bruno, but call me Uno, cause I got one of them with me. And I'm a beast, pity, this is gonna bang, shitty. Мы сейчас находимся под нищим этого монстра. Здесь разместилась бы целая однокомнатная квартира в Мытищах. Но здесь стоит банка. Банка, мы оставили штатную. В обход этой банки идет 7,6 труба вместе с заслонкой. Собственно, этого достаточно для того, чтобы весь звук и вся мощь автомобиля раскрывалась. Также около штатной банки есть штатная заслонка. Она там стоит специально для того, чтобы на холостых или при движении, но не сильном, машина звучала так довольно-таки слабо. И, естественно, заслонка, она по принципу давления открывается, если начинает перегазовывать человек, и чуть громче звучит банка. Но недостаточно, поэтому наша система, она в этом и хороша. Она управляется с пульта, и достаточно нажать на кнопку для того, чтобы уже услышать этот грозный громкий звук. В общем, что я вам рассказываю, вы сами все услышите. Если вам понравился звук, поставьте лайк. Если не понравился, напишите комментарий, почему. Погнали смотреть.